март месяц нам показал, что мы готовы к этой инфекции, ну, скажем так, она для нас оказалась неизвестной. Да, у нас была реанимация, она где-то была у нас месяц в нашем отделении. Было очень много тяжелых больных, были смертельные летальные исходы. Вот, конечно, каждый из нас, каждый из медиков очень сильно все это переживал. Первый в области пациент номер один в регионе с диагнозом COVID-19 поступил в инфекционное отделение Одинцовской областной больницы. Тогда, в марте, медикам еще не было известно, с чем придется иметь дело. Но то, что легко не будет, понимали все. Борьба с новым вирусом легла на хрупкие женские плечи заведующей Светланы Киян. Борясь за жизни других, заболела сама. Слегла, но продолжила вместе с коллегами спасать пациентов, понимая, что им на передовой еще тяжелее. Несмотря на свое состояние, была с ними постоянно на связи, где-то корректировала лечение, помогала им по телефону. Говорить о победе еще рано, но сделать паузу можно. Светлана Киян в актовом зале администрации на торжественной церемонии награждения. Рядом с ней те, кто не переставал трудиться в самый сложный период пандемии. Учителя, воспитатели, коммунальщики, предприниматели. По традиции мы отмечаем лучших тружеников нашего округа, тех, благодаря кому наш округ становится стабильно развивается, благодаря кому он известен как благоустроенное, комфортное и современное место для жизни. Все, что у нас делается, это делается усилиями этих людей. Благодарственные письма и почетные грамоты получили 65 человек. Собрать всех, кому нужно сказать спасибо, в одном зале невозможно. А сами виновники торжества признаются, эта награда общая. Ведь снижение заболеваемости удалось добиться только благодаря тому, что все были вместе. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».